Итак, всем привет, с вами Спанч Боб. И мы начинаем анбоксинг этих отличных наушников, да? Это что, компания? Я не знаю, кто это издавал. Ну ладно. Это бомбас, наверное. Как выйдет какая-то тут наушники. Ну ладно, давайте открывать. Тут у нас открывашка. Блин, это будет немного долго. Я думаю. Сейчас. Блин. Советую промотать это видео на 300 лет вперед. Я буду это открывать. Лай. Все, открыли. Эй. Итак. Так, это надо открыть. Чего не открывается? Что такое? Блин. Я не понимаю. В чем проблема? Я не знаю, что надо открыть. Ага, понял. Так, да прям, и что дальше? Так, надо эту коробку вытащить, может. Как же будем ее вытаскивать? Как это вытащить? А, нет, это не надо вытаскивать. Наконец-то. Что у нас тут? Настоящая, красивая, прорисованная текстурка дракона. Это ее отсюда, к черту. Так, вот у нас наши наушники. Что это там за провод? Надо вытащить. Это тоже сюда идет. Так, достаем. Ну, неплохо, могу я вам сказать. Какие-то квадратные, если честно, наушники. Майнкрафт тут был рядом с ними. Покуривайте немного в сторонке. Ну что ж, жаль, что вы не увидите меня в этих наушниках, потому что я свой пока показывать не собираюсь. Как видите, название какое-то это спорт. Ну, в принципе, красиво. Ну-ка, попробуй это одеть на голову. Это, конечно, никто не увидит, но зато прикольно, наверное. Да. Ладно, подписывайтесь на канал. Так, кстати, что это за штука такая? А, ладно. Короче, ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Спанч Боб. Всем. А нет, не, еще не конец. Я должен буду проверить звук этого. Хорошего вещи. Хорошие вещи. Поэтому встретимся через секунду. Так, вроде началось. Короче, всем привет, с вами Спанч Боб. Продолжаем боксинг этой. Этих наушников. Короче. Звук не очень, я думаю, вы слышите уже по самому началу какой-то тупой гул, думаете, что звука нет, выключайте видео. А если вы терпели, вы это смотрите дальше. Если вы хотите, чтобы вы посмотрели сразу эти видео, то вот вам говорю, купите что-нибудь другое, не это. Потому что идет другие компьютеры, может, вам повезет, все. А если кто хочет побольше посмотреть, то давайте. Вот мой канал. Ну, в принципе, неплохо, конечно. Если бы не это гул, можно было бы даже с этой штукой играть. Давайте. Не, сам, это очень громко. Давайте гумоз. Нас чуть не убили. Т-бок, кстати, очень прикольно. Всем привет, это Спанч Боб и... И мы решаем играть в Гарри Слот. Гарри Слот. Это так. Ну это какой? Ну да, ну да. Это мы еще играем с помощью этой штуки, когда у нас еще не было скайпа.
Я тебя строю. Давай, давай, говори. Вообще играть, когда у нас не было скайпа, мы общались по стиму. На сердце глазу. Да, что-то странно, что так видеокурсы. Я слышал, пью. Ладно. Надеюсь, все будет окей. Короче, могу сказать, звук неплохой, но гук, конечно, я не слышу. Но слышите, но это можно услышать, когда ты включаешь видео и смотришь. Поэтому уж терпите. И это... И так во всех, везде, во всех видео. То я посмотрю, например, видео какой-нибудь другого чувака. Хотя нет, авторские права, может быть, еще будут. Да. Не ассасин, а как его звали? Нет, блин, я так кого не найду. Секунду. Вот. Данил, ты. Эйники, беники, ей вареники. Блин, я не могу. О, фир, че? Посмотрим. Да, так, кстати, у меня окно в другой комнате. Также также не забудьте подписаться на Сина. Тут фашистки. Ну, правда, посчитаем, если подать на подписчики. Типа на мои, то как бы тут также искать даже нельзя, но что поделаешь. Вот так вот. Ладно. Думаю, мы теперь все знаем, что эти наушники барахло и только тратят.